Акуна Матата, всем, кто смотрит данное видео вместе со мной, с вами коты. Снова коты, которые бьем... О, а там опять заморозился енот. Бьем енот, заледенился енот. Бьем енотов мы, опять, как вы помните. Сейчас мы интенсивно все... О, мы получили Зора. Давайте ассасина нам. Отлично, мы получили Щепова. Тихо. А что, я что-то хотел сделать, нет? Не знаю, что я хотел сделать. Ладно, давайте бьем этих. Побьемся. Бьем. Давай, команда. Команда молодости нашей команды, без которой мы не знаем. Кто щитом отбивает, эй? Они тоже, что ли, это умеют? Или это мы отбили щитом? Я не понял. Так вот, неделю, наверное, отдыхал от котов. Что-то они меня подзаколебали. А сейчас нет, блин, это нормально, идем. Ой, вы подобрали Луиджи. Отлично. Там мы почти потери-то не понесли. Так, пу-пу-пу-пу-пу-пу. А ты, ох, а вот и Енодзила. Не Фокзила уже. Вот. Них. Чего себе. Слушайте, не жирная. Давай. Атакуй. Бьем. Ребята, мы должны это выиграть. Работайте мои. Вот дела. Что он делал? Зачем ты это сделал? Ты чего прыгал? Ты принес, что ли? Акробат, что ли? Фига Фокзила. Вы видели, она прыгает. Ой, она оглушила. О, слушайте, она прям оглушила. А теперь прям убила. Не, ну я сейчас качаться не буду, я тогда не знаю. Сейчас мы побьем, там, попройдем уровень, может, я даже при вас убью. Енодзилу. Эй, не прыгай! Да епона, мать блин. Да она охренела, что ли? Кого она стреляет? Там трупа? Ладно, ребята, вы там стреляете наверху. Во, давай, нападай. Бей ее в одного. Дай... О, вдвоем! Бьем! Еп! Да блин! Ну не фартанула нам, короче. Да чего ты в нее достреляешь? Стреляй как в пилу, не попадай в него. А я думал, пила как бы. Что? Я опять сломал игру? Да не может быть. Да ладно, вы серьезно? То есть... Блин, я думал, я сломал игру. Черт. Я почти выиграл весь. Прямо видно. Блин, они все дальники. Либо дальник, ну, здесь там с дальником найти. О, в лягушку. Ну, что есть, нет. Лягушку нам не надо. Это подхиливает 5%. Мы убрали его вроде как. Зачем мы его убрали? За какой хрен мы его убрали? Он скорость... Ну, не знаю, давайте так оставим. Так, нам надо чего надо? А давайте я при вас прямо накоплю денег. Да, для того, чтобы качнуть вот 5000 прям. Да, мы сейчас подберем денег, и нормально будет, я считаю. Да? Ну, со мной согласны. Бьем, нам нужен только ассасин. Нужен Альтаир. Ну, или это Эцу, я не знаю, кто это. Одолеть их! Одолеть! Котята, хватит ездить на жопе. У вас что там? Нездержание. Ну, все, это, получи. Да, ну. Выпади, шмотка. Кто ты готов, покажись. Мы хотим одолеть эту волну. Ну что, будет, что ли? Опять сейчас будет, что ли, проблема с прохождением? Да, да твою мать, ну, ё-моё. Опять так, король Артур прибежал. Роршах. И... Я не помню. Это мы отбили. Или не мы. Так, Роршах, одежда наша, все, давай, одежда. Разденься, Роршах. Мы просим. Нет? Нет, никто не разденется. Так, во, к нам хотя бы король Артур зашел, смотри. Все, давайте одолеть. Ребята, стараемся, прямо я верю в вас. Сейчас Фокзилой будет, да? Да ебода, мать. Бить его! На свой раз вроде больше. Да, у гигана с первого удара в этот раз. Так нечестно. Вроде теперь перейду сейчас тоже так было, я не помню. Да фига она бьется, вот она не подпрыгивала, так тогда вообще может нормально. Так, народ. Атакуем. А нахренел, что ли так бьет? А это Енодзила, какая Фокзила. Них, хрена себе втащила. Кого она убила-то? Давай, блин, один. Да еб, она и Рейджера убила, она всех убила. Короче, опять пила сломался. Это попелечь, это самое интересное, сейчас ударили. Это вот мне нравится, чем сломалось. Пила вроде умер, но при этом... А, блин, как ты не вовремя вышел, короче. Слушайте, вы, врачи, работайте. Вы, блин, врачи, Почта России, я не знаю. Быстрее работай, Почта России, серьезно. Атакуй. Убей его. Ты должен это сделать. Да, пока она туда стреляет, мы сейчас завалим его. Собирай рыбу мне там. Рыбу. Деньги, рыбу, все мне собирай. Проиграли. В общем, сюда нужно идти полноценной силой. А, мы там достали это. А чего Марио делать? А, ну пойдем. Мы кого там достали? Тум. Мы кого там достали?
Так, ну. Давайте Альтаира уже затащим. Нам нужен Альтаир. Альтаир, кстати, у меня там знаю, что-то неприятное. Они, кстати, на зубе убьют. Ну, еще раз заход, прям привас, и потом я уже за кадром, не знаю. Пройду, наверное, Альтаира и этих, скажите. Так это. Рыцаря короля, срочно. Давайте, 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 бить, 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 бить. Ну, давай, все, едь на жопе ровно. Все, Альтаир, есть, затащили этот уровень. Давай, давай, там лови рыбу, не расслабляйся. Так, дерем их. Живьем бы, брать енотов. Так. По-моему, мы идем к победе. Крип, есть, все, Роша, все, давай костюм свой. Ты загребал меня. Ну, кто-нибудь-то костюмчика даст мне? Нет? Скотина, короче, Роша. Ну давай ты хотя бы, мастер Чи. Я пошутил еще. Давайте, давай, давай, давай. Ну, немножечко осталось, я понимаю. Есть! О, ускорение у нас. Здрасте, Кузила. А давайте вы как-нибудь будете адекватно драться не сильно, да? Да капец, он с первого удара просто валит, он охренел, блин. Он по линии, короче, бьет, я уже понял. Ну, а, и на него не действует, замораживал, блядь, это фигня, короче. Тут есть смысл только, короче, от ускорения и залечалки, хилки, короче. И вот сейчас он прыгать будет. И сейчас он, короче, всех свалит одним ударом. Ну смотрите, ну это вообще беспардонный. Да, беспрецедентная акция какая-то, я не знаю. О, молодец, кстати. Хелсинг-то, из Хелсинга кто-то тут. Или... Ну откуда, там вроде оттуда, из этого аниме. Прям вдалеке бегает. Прям его даже не задело. Так, отлично. Блин, нет, мы убили Розу. Turbo Power Rangers. Нету и больше. Так, вынесите мне кого-нибудь уже на сцену. Твою мать, пила умер. Пила впервые не сломался. Значит, это к добру. Сейчас мы... Нет, не выходи! Твою мать, не выходи! Это дурак! Придурак! Придурак! Врачи, бегите! А, он не по вам. Стреляя. Ты сейчас убью, покопали. Ну, хотя это ненадолго. Сейчас прям нас палить вырубает. Ну, ладно. Мы были близки. Вы прям даже почти что увидите то, что мы его одолели. Да, рыбку нам. Да, и все. Ну, значит, увидимся в следующей серии. Ну, давайте, все. В общем, спасибо всем, кто смотрел данную серию вместе со мной. Напоминаю, с вами был Пумба и Коты. Наконец-то добрались до босса. И мы его одолеем. Только в следующей серии. До новых встреч на канале. Пока.